Всем привет! С вами Аурум, и это контент, который вы заслужили. Ребят, сразу, я проиграл в челлендже, поэтому я пилю этот видос. Я это делаю исключительно ради вас, поэтому прямо сейчас влепите лайкос и нажмите на кнопку подписки. Я не знаю, сколько раз я перезаписываю это видео, каждый раз я вижу свою вебку, и это просто тупо бан. Все, я не буду больше перезаписывать, сорян, как есть, так есть, запишу как вот, как есть. Короче, с вас лайк и подписка, потому что, ну, это прям зашквар. Я когда впервые увидел вот это вот, я сейчас вам покажу, вот это. Я когда увидел, я охренел в зеркальце. Просто тупо бан вообще. Перейдите по ссылке в описании. Есть вложик на новом канале, где, собственно, мы... Короче, вся моя реакция на вот это. Потому что меня красили, я этого всего не видел. Все угорали, мои друзья угорали, Аня угорала. И потом я когда увидел, я думал, я охренею просто. Серьезно, это тупо бан. Это реально тупо бан. И с вас реально лайк и подписка. Проверьте подписку. Я уверен, возможно, вы пришли сюда с похожих видосов и, блин, и не подписаны. Подпишитесь, потому что я на невероятные реальные жертвы иду ради подписчиков. Это первое. А второе, ребят, я уберу свою моську огромную. Я уверен, вы уже сделали скрины. Второе, ребят, я считаю, что холдик не должен просто так отделаться. Поэтому, если... Сегу, все, спокойно. Спокойно. Бля, я просто на себя смотрю, это просто вообще жесть. Тупо. То я, ну, периодически просто опускаю глаза и смотрю вот здесь передо мной мое как бы отражение. Вот я сейчас на него смотрю. Это просто, блядь, чума. Короче, блядь, вы обязаны поставить сейчас лайк и подписаться, потому что я не знаю, и расскажите об этом видосе друзьям. Короче, холдик не должен просто так отделаться. Если вы считаете, что холдик тоже должен вот привстать перед вами в таком виде, давайте наберем невероятное какое-нибудь количество лайков под этим видосом. Я не знаю, 20, 30, 40, 50 тысяч, чтобы холдик записал... Я даже готов реально на совместку пойти, я даже готов битву сундуков с ним устроить в таком вот виде. Вот, да простит меня Илка. И, ну опять же, давайте прям, ну вот, сообщите ему, что он не должен просто так отделаться. Я понимаю, что я проиграл, вот я пилю этот видос. Все, no problem, без вопросов, я пилю этот видос. Но, у меня чувство вселенской несправедливости. Я понимаю, еще раз, он чисто выиграл. Там, да, у него были вопросы, можно к этому как бы приколупаться, что он там пошел каточки какие-то сделал вне видосов, 3 на 3, а не в дуо, в ШД и во время стрима или видоса. Можно к этому приколупаться, к чему угодно, но суть в том, что, короче, если, я уверен, если мы наберем 20-30 тысяч лайков под этим видео, он не сможет устоять и, ну, типа, он по-любому, ну, как бы, короче, пацан сказал. Пацан сделал. Ну, блядь, это сложно говорить вот в таком виде. Короче, тупо бан. Ну, я не знаю, вы еще видите, да, макияж. Мне Аня делала макияж еще, поняли, блядь. Почему куча не тех, вот смотрите. Вот так вам лучше видно. Блядь. Просто тупо бан. Я похож на невероятно страшную прошмандень просто. Тупо какую-то базарную тёлку. Ну, а там во влоге, там еще больше видно. Короче, ребят, ладно, шутки в сторону. Это видос, и мы должны здесь, типа, прям... Я все сказал. А, еще! Для Роскомнадзора специально. Короче, для Суперселла. Я играю специально на своем аккаунте, чтобы видос не удалили. Чтобы вы мне потом не говорили, что я специально это сделал. Вот мой аккаунт. Это первое. Сейчас будем открывать эти 75 сундуков. А второе касательно... Я такое длиннючее вступление никогда не делал, просто потому что хочу все рассказать. А второе для Роскомнадзора. Это не пропаганда пидорастии и трансформеров. Инспир, привет. Вы поняли, да? Это не пропаганда. Ну что, погнали открывать сундуки. Итак, барабанная дробь впервые в истории. По сути, вот с этого момента и начинается видос. Но я думаю, вам было интересно то, что я рассказал. Начинаем, короче, открытие. Аурум в виде трансформера, как и обещал. А, лол. А мне здесь, кстати, только пассивки могут упасть. Я очень сильно надеюсь, что в одном из этих сундуков мне выпадет пассивочка. Потому что, видите, всех бравлеров я уже, в принципе, апнул. Золотишко мне нужно. Поэтому я решил не на аккаунте подписчиков открывать. Потому что, ну, это, собственно, своеобразные риски. Это своеобразные риски определенные. Поэтому я решил открывать здесь.
Блять, ну я реально, я бы мог в театре играть пидораса. Реально, вот изи. Вообще на изи. Итак, ребят, мы сейчас открываем сундучок, а тут у нас падает золотишко. Вот так вот, галдишка, три билетика. Не, я не смог бы играть, потому что меня надолго не хватило. Я не могу долго играть, меня начинает рвать, я начинаю истеричить. Это вообще. Но я когда подбородок вот так вот поднимаю, вообще такой ла-ла-ла-ла-ла. Пидорасина. Холдик, ты обязан, короче, сейчас мы обязаны запилить совместку в таком виде, потому что. Ну, ладно, или ты сам просто запили видос. Мне по барабану. Вот, ну, типа. Но суть просто в том, что прям, я не знаю, ты не должен так легко отделаться. Я считаю, что ты должен пройти через эту жесть. Эта жесть начала больше еще смешнее. Я вам говорю, перейдите по ссылке в описании на вот тот видос. Там еще жестче, потому что там прям от начала до конца, каким я был и каким я стал. Вот как я докатился до жизни вот этой педерастической. Хорошо, что я еще не переодел. Ну, я, сорян, с вашего позволения, не переодевался, то есть оставил футболочку, та, что была. Простите меня, ребят, но я не смог. Я не смог еще в шмотке. Ну, короче, в том видосе вы узнаете. Узнаете, там просто тупо бан вообще. Я в такси ехал примерно в таком виде домой, потому что красили меня не дома, чтобы вы понимали. Это просто жесть. Короче, еще раз, если вы не подписаны, подпишитесь, потому что вот на такие жертвы, то я волосы в зеленый цвет покрасил, теперь парик и макияж нацепил. Вам видно, да, эту хуйню? Что дальше? Нет, пол менять я не буду, ребят. Сорян, но я надеюсь ни за какие деньги. Ну, в том смысле, что не то, что я надеюсь, а мне просто, типа, знаете, не хотел, блядь. В общем, это очень страшно. Никому не дай бог. Я сочувствую всем трансам, геям и всем остальным нетрадиционным. Я реально огромное сочувствие, потому что это тупо страшно. Это реально очень страшно, и не дай бог. Фу. Ну, типа, там, родственники какие-то, или ты сам таким, ну, не, то есть, как бы, просто, ну, от сумы, не, от тюрьмы не зарекайся, но страшно, блядь, очень страшно, вообще, не дай бог. Ладно, это что касается Роскомнадзора. Ох, пацаны, ребята. Но, кстати, вы обратили внимание на кубасы? Я думаю, что 13к свои я скоро апну. И тех, кого интересует, сколько у меня здесь бравлеров. Да, ребят, у меня осталось до хера не апнутых бравлеров. То есть, ну, в принципе... А, у нас сначала менее редкие. Но, в принципе, я думаю, за 2-3 стрима вообще изи. Причины моего проигрыша я могу долго отнекиваться, почему я проиграл. То есть, ну... Те, кто были на стриме, видели, что у меня на стримах есть такая услуга. Через Donation Alerts можно мне закинуть денежку и поиграть со мной в Brawl Stars в дуо. Вот, ну, либо как хотите. Суть в том, что чувак задонил больше 100 баксов, и мы с ним играли несколько стримов. Короче, ну, точнее, он даже суммарно, он, наверное, 1010 рублей задонил. Я с ним 2 стрима играл. Само собой, он играет не на уровне мировой класс. Поэтому это было, в общем, я был в нуле кубасов все стримы. То есть два стрима с этим чуваком и один стрим, короче, еще с одним чуваком мы так играли. Поэтому, ну, вот так вот. Но это не оправдание. Я честно проиграл, холдик херячил, я видел каждый стрим. Так что... Но это жестко, это реально жестко. Я уже пока привык к своему образу, плюс-минус смог. Но серьезно, я записывал этот видос с миллионной попытки, потому что я просто не мог без улыбки или без какого... Ну, я либо я не мог разговаривать, я запинался, смотря себя, пугаясь вот так. Знаете, то есть я видел вот это вот. Вот это вот я видел и пугаться начинал. То есть, что это нахер? Либо же я просто тупо начинал дико истеричить, потому что, ну, сейчас я уже привык. Я полчаса здесь просидел, привык. Ба-ба-ба-бам. Блядь, ну, страшная такая прошмандень. Просто жуть вообще. Сука. Ой, это тупо бан. Короче...
Ребята, давайте, я жду ваших лайков. Пассивочка, бейби, используй супер и находясь в зоне его действия, спайк восстанавливает 500 очков здоровья в секунду. Шикарно, так это основная пассивочка, чтобы вы понимали. Новую пассивку я уже на спайке купил. Так, ребят, в принципе, на сегодня это все. Вы понимаете, что это видео было сугубо как бы ради галочки. Я его запилил исключительно тупо ради вас. Может даже каточку пойти скатать, я не знаю. Ну давайте одну каточку еще скатаем. И на этом буду заканчивать. Типа, ну чтобы прям полноценный видос. И сундуки мы открыли. И скатаем, в общем, полный фарш, короче. В общем, ой. Ой, тупо бан, я не знаю. Если меня увидит Блядь, если батя увидит все. Это все, он, наверное, домой меня больше к себе не пустит. Просто, ну, то есть, стоп... Ой, не, только не лагай, я тебя умоляю. Только не лагай, мы на видео, только не лагай, я тебя прошу. Только не лагай. Ой, хорошо, там, кстати, шелли. Бо, не, блин, не. Так, ой, хорошо. Ой, хорошо. Так. Так, а здесь не было? Я представляю, как вы орете с этого. Ой. Но мне говорили... А, еще момент, пацаны. Мне говорили, что холдику будут больше идти, ну, этот стиль. Ваня, сорян, прости меня, пожалуйста, за эти рофлы. Мне тупо бан за это. Мне тупо за это бан. Дыщ. Блядь, достал, сучка. Так, топ-7. Ну, это все потому, что транс. Трансы нормально. Вот скажите мне 4-5 лет назад, что я ради подписчиков, ради того, чтобы сдержать свое слово в проигранном челлендже, пойду на вот такое, я бы сказал, да нихера никогда в жизни, ни за что, ни за какие деньги. А тут даже не за деньги, тут бесплатно. Просто тупо бесплатно. Ребят, что хотел бы сказать в конце? Подписывайтесь опять же. Блин, я просто говорю подписывайтесь, но это реально факт. Вам нужно подписаться, потому что ну, это просто пипец. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Мальчики, никогда не будьте девочками. Девочки, желательно, не будьте мальчиками. Это страшно, не дай вам бог. Но в то же время, в общем, все, кто другого мнения, оно имеет право на жизнь. В общем, ребят, это жестко. Это реально страшно, я вообще не понимаю. Во-первых, еще момент. Страшно, когда чувак красится и вот так одевается. А второй момент, страшно, что девушки красятся каждый божий день. Ну, некоторые. Это жесть! Я еле высидел там. Это капец. Это, я серьезно говорю, это кошмар. Просто кошмар. Жуть. С вами был Аурум. Пока, ребят.